Пушкин Дмитрий, Ногинский. Василий Павел, Дубна. Сметанкин Валерий, поселок Зеленый. Имранов Ильяс, Колонна. Ишанов Ихтияр, Сергий Посад. Курбанов Казим, Клин. Писарев Александр, Дубна. Дедов Денис, Колонна. Банников Антон, Тарыху Павловна. Чернаусов Артем, Подольск. Буров Денис, Старая Купавна. Кулиев Артур, Клин. Шимин Георгий, Электрогорск. Галущак Никита, Люберцы. Участники представлены. 10 минут на разминку. Ассистентов 33 на сумму. К весу 33 килограмма будет приглашен Шимин Георгий, представитель Электрогорска. Итак, без штанги, 33 килограмма, Шимин Георгий, Электрогорск. Вес защита. Ассистент, ему ставить без штанги, 35 килограмм. Свой заключительный подход к этому весу выполнит Шимин Георгий, представитель города Электрогорск. Филиппов Максим вызывается на помощник. Первый подход. Итак, без штанги 35 килограмм вызывается Филиппов Максим. Люберцы. Попытка. Итак, на помощнике Филиппов Максим, Люберцы без штанги, 35 килограмм. Вес защита. К весу 35 килограмм приглашается Шимин Георгий. Представитель города Ревеса. Вес готов.
На помосте Филиппов Максим, Люберцы. Поскорей, не переживай, последний подход. Вставай! Привет, защита. 39 на старту. К весу 39 килограмм будет приглашен в Сметанкин Валерий. 40. Ассистент на 40 килограмм стоит. Итак, без готов. Вес штанги 40 килограмм вращается с Сметанкин Валерий, поселок Зеленый. Первый подход. Итак, вес штанги 40 килограмм, приглашается Сметанкин Валерий, поселок Зеленый. Второй подход. Итак, на помост вызывается Сметанкин Валерий, поселок Зеленый. Вес штанги 40 килограмм. Третий заключительный подход. Поприветствуем атлета. Попытка. 42 на штату. Басынин Егор будет вызван. К весу 42 килограмма, представитель города Подольска. Ничего не знаю, что ты молчал?
Без готов. На помост вызывается Басынин Егор, представитель города Подольска. Вес штанги 42 килограмма. Первый подход. Банников Антон будет вызван к весу 42 килограмма, представитель второй купанны. Вес готов. На помост вызывается Банников Антон, представитель старой купанны. Вес штанги 42 килограмма. Вес засчитан. К весу 42 килограмма приглашается Черноусов Артем, представитель города Подольска. Басынин Никита будет приглашен к весу 42 килограмма. Егор, Басынин Егор. Итак, на помост приглашается Басынин Егор, представитель города Подольска, вес штанги 42 килограмма. Черноусов Артем, представитель города Подольска. Вес готов. На помост вызывается Черноусов Артем. Внимание. Вес засчитан. К весу 42 килограмма приглашается Басынин Егор, представитель города Подольска. Итак, на помосте Басынин Егор. Вес штанги 42 килограмма. Держи! Вес засчитан. Ассистентов 45 на штангу. К весу 45 килограмм будет вызван Банников Антон, представитель старой купалы. Thank you.
старый купал на вес штанги 45 килограмм. Yes.
К весу 53 килограмма будет вызван Курбан Казим, представитель города Клина. Внимание, на помойке Курбанов Казим. Держи. Вес засчитан. К весу 53 килограмма приглашается Васильев Павел, представитель города Дубны. Попытка. Закончился результатом 55. 55 на штангу ассистента. 55 килограмм будет вызван Ишанов Ихтияр, представитель чемпиона. Вес готов, на помост вызван Ишанов Ихтияр, представитель Сергиева Посада. Вес штанги 55 килограмм. Вес засчитан. К весу 55 килограмм приглашается Писарев Александр, представитель города Дубны. На помойке Писарев Александр, Дубна. Вес засчитан. К весу 55 килограмм приглашается представитель города Старой Купалы, Гуров Денис. Итак, в весу 55 килограмм вызывается Кулиев Артур, представитель города Клина. Попытка. К весу 55 килограмм приглашается Курбанов Казим, представитель города Клина. Попытка. К весу 55 килограмм приглашается Кулиев Артур, представитель города Клина.
Марина. Как хорошо у вас сегодня. Легко, правильно. Это работает, смотри, сейчас вышел. На 58 готовится Коровкин. Защита. 58 на штангу ассистентов. 58 килограмм. 58 килограмм будет выдан Коровкин. Представитель города Ногинска. На 60 готовится Филатов. Итак, без штанги 60 килограмм вызывается Писарев Александр, представитель города Дубны. Итак, на помосте Писарев Александр, без штанги 60 килограмм. Внимание! Ассистентом 62 килограмма. Первый подход выполнит Филатов Михаил, представитель города Видное. Вес защита. К весу 62 килограмма.
оратором приглашается Буров Денис, представитель старой Чапавры. Нет. Долго. Прежде 10 минут они пригодятся. На помосте Боров Денис, старый купал на вес штанги 62 килограмма. Итак, вес штанги 65 килограмм, на помосте Титов Денис. Коломна. Thank you.
they could have figured it out. Итак, вес готов, на помощь вызван Галущак Никита. Вес защита. К весу 65 килограмм будет вызван Ишанов Ихтияр. Итак, на помосте Ишанов Ихтияр, без штанги 65 килограмм. Попытка.
К весу 68 килограмм приглашается Филатов Михаил. Он выполнит третий дополнительный поход. К весу 68 килограмм. Представитель города Коломны. Поприветствуем атлета.
Внимание, на помощнике Титов Денис, вес штанги 70 килограмм. Давай, Дэн, мощнее. Вес защита. Ассистентом 80 килограмм на штангу. Остался один участник. Это представитель города Коломны Гибранов Ильяс. Свой первый подход он выполнит к весу 80 килограмм. Итак, вес штанги 85 килограмм. На помост вызывается Гибранов Ильяс, представитель города Коломны, второй подход. Thank you.
Итак, вес штанги 88 килограмм. На помост вызывается Гемранов Илья, представитель города Коломны. Третий, заключительный подход. Итак, на помосте Гемранов Ильяс, Коломна, вес штанги 88 килограмм. Внимание! Попытка. Переходим ко второму движению классического двубоя. Толчок двумя руками. Ассистентов 37 килограмм. Свой первый подход к этому весу выполнит Шимин Георгий, представитель города Электрогорска. Итак, вес штанги 37 килограмм. На помост вызван Шимин Георгий, представитель города Электрогорска. Вес защитен. Ассистентом 40 килограмм осталось. Итак, вес готов. Вес защитен. Ассистентом 45 килограмм наставлен. Свой первый подход к этому весу выполнит Филиппов Максим, представитель города Люберцы. Thank you.
Вес установлен, вес штанги 45, на помосте Филиппов Максим. Вес засчитан. К весу 45 килограмм приглашается Шимин Георгий. Шимин Георгий на помосте. Вес засчитан. Ассистентом 49 поставлю. Итак, вес штанги 49 килограмм, на помост вызван Филиппов Максим. Любится? Попытка. Итак, вес штанги 49 килограмм, на помосте Филиппов Максим. Мощь! Давай! Давай! Выпрыг! Хоп! Попытка. Ассистентом 52 килограмма. К весу 53 килограмма будет вызван Басынин Егор, представитель города Подольска. Итак, вес штанги 53 килограмма, на помосте Басынин Егор, представитель города Подольска. Первый подход. Вес засчитан. Ассистентом 56 килограмм Thank you.
Есть, готов. Черноусов Артем Подольский. Банников Антон приглашается на помост. К весу 57 килограмм. Представитель старой купавны. Вес готов. Басынин Егор, к весу 58 килограмм, представитель города Подольска. Третий заключительный поход. Да, терпи.
весом 60 килограмм. К весу 60 килограмм будет вызван Василий Павел, представитель города Дубны. Вес готов. На помосте Василий Павел. Вес защита. Вес штанги 62 килограмма. Приглашается в банник Антон. Переодевайте, в принципе, до секундочку, они сейчас закончат, раз ты начинаешь. Серег, не спеша, переодевайся. Потихонечку переодевайся, не спеши. Итак, на помосте банников Антон. Вес защита. 62 на штангу. К весу 62 будет вызван Черноусов Артем, представитель города Подольска. Выполнен третий заключительный подбой. На помосте Черноусов Артем. Яшка! Не терпи! Вперед ногу! Держи! Держи, 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 жди! Вес засчитан. Ассистентом 65 килограмм на штангу. К весу 65 килограмм будет вызван Василий Павел, представитель города Дубны. Вес готов. На помосте у нас Василий Павел, представитель города Дубны. Вес штанги 65 килограмм. Попытка. Банников Антон приглашается на помост к весу 65 килограмм. Представитель Старой Шуклавны. Третий заключительный подход. Давай, не бойся. Не дело, Антон. Опять потеть и до конца вернее.
Юрьевич, до конца верха. Действительно, до конца верха. Попытка. К весу 65 килограмм приглашается Васильев Павел. Дубна. Вес защита. 67 на штангу. К весу 67 килограмм будет приглашен Кулиев Артур, представитель города Клина. Ишанов и Кляр. Thank you.
Сколько вы идете, Серега? 73. К весу 71 килограмм приглашается Кулиев Артур. Итак, на помосте Кулиев Артур. Мощный тип.
Тихо. На помост приглашаю.
приглашаются Ишанов и Ихтияр. К весу 80 килограмм. Итак, без штанги 80 килограмм. Ишанов Ихтияр приглашается на помост. Весу 80 килограмм. На 82 готовится Титов. Итак, на помосте Ишанов Ихтияр. Thank you.
Итак, без штанги 82 килограмма. На помосте у нас Буров Денис, представитель старой купавны. Вес защита. Ассистента 83 килограмма. К весу 83 будет приглашен Титов Денис, представитель Колмовной. Итак, на помосте Титов Денис, представитель Коломны. Встаем и сильно за голову. Держи, 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 держи! Вес засчитан. Ассистента 85 килограмм Вызывается Буров
штанги 86 килограмм. Итак, Вес готов на помосте Голущак Никита.
выйдет. Серег, сейчас на разминку пойдем уже. К весу 90 килограмм будет вызван Титов Денис. Он выполнит третий сутки поход. Представитель города Толбов. Сейчас на разминку пойдем. Сейчас закончит и пойдем на разминку. Итак, на помосте Титов Денис. Вес штанги 90 килограмм. Работаем. И сильно! Держать, Дэн, держать! Вес засчитан. К весу 90 килограмм будет приглашен Галущак Никита, представитель города Любица. Он выполнит третий заключительный подход. На 100 готовится Гемранов. Итак, вес готов. Вес штанги 100 килограмм. На повод называется Гемранов Ильяс. Представитель города Коломны. Ой, ничего.
Итак, без штанги 105 килограмм. На помост приглашается Гимранов Ильяс. Коломна. Второй подход. Ассистентом стоите в штанге 109 килограмм. Итак, вес штанги 109 килограмм. На помост вызван Гимранов Ильяс. Внимание! Субтитры сделал DimaTorzok.
Потом, Денис. И победителем весовой категории до 62 килограммов с умалевой более 190 килограммов стал Гимранов Ильяс. Он награждается медалью Министерства спорта Российской Федерации и небольшим призом. И там самое главное, это летопись нашей тяжелой атлетики за подписью олимпийского чемпиона Берестова. И награждается тренер за подготовившего чемпиона весовой категории до 62 килограммов, это Воронков Дмитрий. Давайте поаплодим ему. Он сегодня собирает большую коллекцию этих грамот. Молодец, Дима. Ну и давайте фото на